Сорт красотка. Это еще недозревшие кисти. Но хочу обратить внимание, какие у него красивые действительно ягоды. Вот. Немножечко как бы с пупырышком на конце встречаются ягодки. Очень интересно. Кустик, может, немножечко перегрузился, плюс поздний старт. Поэтому еще ягода довольно-таки неспелая. Тяжелый отрыв. Уже съедобная. Вкус простой, с хрустецой. Очень приятный. Это парнотеркопея. Она немножко покислее почему-то. Может, другая кисть. Может, меньше видела солнца. В целом, красивый сорт. Будем испытывать. И вкусный, и ранний. Очень. Красотка. Несколько подспела. Хрустинка уменьшилась. Появилась большая сочность. Вкус приятный, освежающий. Сорт красотка, переспевшая, ну, вкуса сильно не потеряла, немножко стало мягче. Это самое, отрыв очень такой тяжелый от плодоножки. Несколько с трудом. Вот простой, сладкий, приятный сорт, и красивый, и вкусный.